Приветствую вас на канале «Правильный выбор». Сегодня речь пойдет о телевизоре Sony KD43X85TJ. Подборка ссылок на лучшие цены, как всегда, ждет вас под видео. Не забывайте писать комментарии и ставить лайки для поддержки канала. Для того, чтобы оставаться в курсе выхода новых роликов, включайте колокольчик и подписывайтесь на канал. Диагональ экрана 43 дюйма, разрешение 3840 на 2160. Подсветка Direct LED, матрица VA, глубина цвета 10 бит, 8 бит плюс FRC, частота обновления 120 Гц. Телевизор 4K HDR дарит более насыщенные цвета, благодаря чему видны даже мельчайшие различия в тонах и оттенках. Живые цвета и воспроизведение в 4К с частотой 120 кадров в секунду обеспечивают более четкую и реалистичную картинку. Triluminous Pro и 4K HDR процессор X1 передают более миллиарда цветов. С высокой контрастностью картинка на экране будто оживает. Технология Object-Based HDR Remaster анализирует цвета отдельных объектов и корректирует их контрастность. Этим телевизоры выгодно отличаются от обычных, которые регулируют контрастность только по одной кривой черно-белых тонов. Индивидуальная обработка элементов делает текстуры и детализирование, усиливает глубину и реалистичность изображения. В традиционных телевизорах яркость изображения остается неизменной, независимо от освещения в комнате. В результате картинка получается слишком темной или яркой. Этот телевизор оснащен датчиком освещенности, который корректирует уровень яркости, повышая или понижая ее, чтобы обеспечить комфортные условия просмотра в светлых и темных помещениях. Благодаря невероятно тонкой рамке ваши глаза фокусируются именно на изображении, а не на том, что находится вокруг него. Размеры телевизора 96,4 см в ширину, 56,3 см в высоту, толщина 6,9 см, вес 10,2 кг, цвет черный. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотрено крепление веса 200 на 200. На задней панели расположены стандартные разъемы: 2 USB 2.0, 1 Ethernet RJ45, 2 HDMI 2.0, 2 HDMI 2.1, 1 Optical Audio Out, 1 3,5-мм Audio Out, 1 Cable Antenna In, 1 CI+, 1.4. Модель поддерживает скоростной Wi-Fi 5 ГГц и Bluetooth 4.2. Input lag при разрешении 3840 на 2160 достигает 15,5 миллисекунд. Операционная система Android 10. Телевизор становится еще полезнее. Ищите любимые фильмы, сериалы и музыку с помощью голосового управления. Попросите Google найти определенное название, ищите по жанру или получите рекомендации по просмотру, спросив, что мне посмотреть. Получайте ответы на экране, управляйте устройствами умного дома и многое другое. Управляйте умными устройствами с помощью голосовых команд с любого уголка дома, например, настраивайте освещение или используйте функции других подключенных устройств. Не упустите возможность насладиться любимыми видео, фотографиями, играми и другим контентом на больших экранах устройств iOS или Android. Google TV – более 700 тысяч фильмов и сериалов из всех ваших потоковых сервисов, собраны в одном месте и объединены по темам и жанрам с учетом ваших интересов. Apple AirPlay позволяет транслировать видео и аудио с iPhone, iPad и Mac прямо на телевизор. Смотрите на большом экране фильмы и сериалы из приложения Apple TV, других приложений или просто из Safari. Показывайте свои фото всем гостям в комнате. На телевизоры с поддержкой Chromecast можно транслировать видео, игры и приложения с мобильных устройств без потери качества. Для этого просто коснитесь кнопки трансляции на экране своего устройства Android или iOS и продолжайте пользоваться смартфоном или планшетом, как вы привыкли. Вы можете управлять всеми подключенными устройствами с одного пульта. Благодаря специальной кнопке можно получить мгновенный доступ к сервисам предоставления видео по запросу. Четкий, высококачественный, разнонаправленный звук окружает вас со всех сторон и переносит прямо в сердце действия. Благодаря уникальной тонкой конструкции новый динамик X-Balanced Speaker идеально дополняет элегантную рамку телевизора и обеспечивает четкое звучание при просмотре фильмов и прослушивании музыки. Обстановка комнаты может сильно менять звук. Например, портьеры его поглощают, а предметы перед телевизором искажают. Это может испортить удовольствие от просмотра, поэтому разработчики сделали так, чтобы этот телевизор
телевизор распознавал препятствия впереди и адаптировал звук под характеристики помещения. Выходная мощность 20 Вт, по 10 Вт на каждый из двух динамиков. Я проанализировал отзывы и расскажу, какие особенности выделяют пользователи. Сначала отрицательные. Были мертвые пиксели. Качество изображения значительно хуже, чем у монитора, который у меня был, даже несмотря на то, что он настроен на 4К. Теперь о положительных моментах. Отличное качество изображения и встроенная функциональность. Он обеспечивает фантастическую картинку. Хорошо работает в играх. Качество изображения потрясающее. Большой пульт управления. Напоминаю, что для поддержки канала пишите комментарии и ставьте лайки. Ссылки на актуальные цены вы найдете в описании к видео. Подписывайтесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. До новых встреч!